Женя, готовы? Зоя, готовы? Начали! Стоп! Стоп! Стоп игры! Не меняем позиции. Что там, Зоя? Куда? Верни. Туда. В маску? Да. Так, займите позиции там, где и находились. Там же я договаривалась его замочить, а он меня мочит, блядь. Козявка. Ничего. Так, готовы? Да. Начали! Маска у меня падает с меня это. Потянуть? Да. Можно. Стоп! Стоп игры! Так, вторая победа за командой Жени. 1-1. Браво! Женя, готовы? Да. Зоя, готовы? Да. Начали! Стоп! Стоп игры! Жень, ускорение. Что, в руку? Да, Жень. Меня в руку, блядь. А что ты перчатки не одел? А зачем? О, ни хера себе. Что? Серьезно, бы холодно. Или это краска? Не, синяк? Не-не-не, это есть все равно шито. Начали! А мне кто-то в мошку еще раз попал, что ли? Стоп! Стоп игры! Ну сдался человек, что можно сделать? Так, 2-1. Ну что, отбивайся, здесь смысл игры. Один не один не играет роли. У нас не 20 человек же играет в одной команде. Не рекламируй этот ролик сегодня. Это. Зоя, победа за вами. Браво! Да что ты переживаешь, а? Так, я руку поднял, а ты взял. А школьные каникулы уже не за горами. И чем детишек вам занять, решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь, побегали, чтоб и поиграли. Решение есть, пейнтбольный клуб «Наш Снайпер». Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.